Физкультурно-оздоровительный комплекс Балаковского филиала АО «Апатит» в минувшие выходные встречал спортсменов со всей Саратовской области. Здесь проходили важные соревнования по дзюдо. У нас сегодня было первенство Саратовской области до 15 лет, юноши среднего возраста, и юниоры, юниорки до 23 лет. Отборочное первенство Приволжского федерального округа. Приехали Саратов, Энгельс, Балашов. Этот зал уже не первый раз принимает соревнования высокого уровня. Специально для таких турниров его сертифицировали и оборудовали всем необходимым. А потому Балаково все чаще становится местом проведения областных состязаний. Хотел сказать отдельное спасибо компании «ФосАгро» за предоставление этого комплекса для проведения официальных спортивных соревнований. Вы видите, какой зал замечательный. Здесь работает вентиляция, здесь рады нас видеть, поэтому мы с удовольствием проводим здесь мероприятия. Приезжие гости очень довольны качеством проводимых здесь турниров и первенств. На этот раз в Балаково приехали 237 спортсменов, победители отборочных соревнований в разных городах области. Каждый из них доказал, что может бороться за право представлять регион на первенстве Приволжского федерального округа. Начала заниматься дзюдо только потому, что меня отправил туда брат, и мне как-то понравилось, и я и осталась. Каждое соревнование дает какой-то новый опыт. После каждого соревнования задумываешься, замечаешь свои ошибки и идешь все дальше. Поэтому легких соревнований не бывает. Балаково представляли борцы из двух спортшкол и клуба «Антарес». От спортивной школы «Олимпик» и «Оно Дрозд» Балаково на татами вышли 22 спортсмена. Пятеро из них заняли призовые места. Одним из победителей в этот день стал Георгий Сучков. И свое золото он посвятил отцу, тренеру Анатолию Сучкову. У моего отца сегодня еще и день рождения. Еще и помимо этого он является моим тренером. Поэтому не занять первое место сегодня вообще было крайне никак вообще нельзя. На соревнованиях были разыграны 14 комплектов медалей среди юниоров и юниорок, 18 комплектов у юношей и девушек. Победители в своих возрастных и весовых категориях уже совсем скоро поедут в Самару и Ульяновск, где пройдут отборы на первенство России.